Приветствуем всех. Если не ошибаюсь, нас ждет спасательная экспедиция. В этот раз, видимо, доспех защитил. Ясно, видимо, только мы или что-то, что мы кинем, может разрядить эту ловушку. Так, пока подождем. Потому что, насколько я понимаю, маска разрушит нашу маскировку. А нам бы этого не хотелось, по крайней мере, пока что. Брошенная шишка взрывается при ударе. Неплохое отвлекающее средство. Также с ее помощью можно поджечь жаровни и другие предметы, не приближаясь к ним. Своеобразные здесь шишки.
Хорошо, путь обезопасили. Но в любом случае нам, судя по всему, вниз.
Как ни странно, сработало. Это как же давно они пропали, если до такого состояния дошли. Я так понимаю, ждать, что третий выжил, будет излишне наивно. Ясно, видимо, надо было брать тяжелый кувшин вместе с доспехами. Искра. Из нее пламя. Искра? Не понимаю, о чем вы. Аккорд ведет за собой мелодию. Искра. Из нее пламя.
Зеленое и золотое. Да, да. Бирюзовый уголек увеличивается, разгорается, вращается быстрее, и из него вырастает призрачная фигура. Скажи, о мышь, что это за место? Могила героя Дунлана? Дунлан, да. Я Дунлан из Далла. Я была Дунлан. Город Далл. Далл был построен в незапамятные времена у слияния двух больших рек. Когда-то он был столицей крысиных земель и резиденцией крысиных королей. В зените своего могущества Далл считался самым большим и процветающим из северных городов, а его население насчитывало более миллиона. К сожалению, после войны Зеленого Пламени Даллу не удалось окончательно восстановить прежний статус, ибо со временем обе великие реки пересохли. Сейчас город берет воду из водоносного слоя, который, как некоторые опасаются, медленно отравляет воду озера Ваэля. Ну и ладно, имею честь познакомиться с легендой. Легендой? Я лишь тень воительницы, не более. Как странно вновь говорить и быть услышанной спустя тысячу лет. Зачем ты пришел сюда, о добрый мышь? Я чувствую, тебя гложет вопросы. Мы все это время были одни. Когда-то паломники приходили сюда за моим благословением, но никого не было уже... Последним был крыс, добрый крыс. Он говорил со мной, хоть и не знал, что я здесь. Его звали... не помню. Но помню, что он был под гнетом тяжелой ноши. Я рад, что вы стали для него утешением. Боюсь, недостаточно. Вы одна такая или есть еще кто-то? Мои товарищи давно ушли. Остались лишь кости и прах. И все же тут крыш, что сказал ваши советы. Как его звали? Звали его. Имя было громкое, словно боевой рык. И резко, как удар хлыста. Он взял кое-что и оставил что-то взамен. Там, на алтаре. Он поклялся однажды вернуть то, что взял, но, увы, этот день еще не настал. Ну что же, легенда говорит, что убили крысом. История строит на обломках, правда. Если даже в песнях неправда, что еще мы забыли про старый мир? Это вопрос, на который ты сам должен найти ответ. Скажи, можно ли призвать на разговор любого умершего? Любого? Нет. Лишь тот, кто умер в растерянности или полном сожалении, остается бродить между мирами. А почему же вы все еще здесь? Я останусь тут, пока не вспомню. Вспомните что? Что-то или кого-то. Кого-то, кого я любила, я не помню. Хотел с кем-то поговорить? Да, с моим сыном.
Будь уверен, он покоится с миром. Не стоит беспокоить его душу. В таком случае, я ищу кое-что ценное, кое-что потерянное. Понимаю, но я чувствую, что ты не найдешь здесь того, чего ищешь. Да, я делал для своей жены, Мира. Здесь много сокровищ, теперь богаче, чем была при жизни. Странно. Но все это я бы дала за одно воспоминание. Или за то, что вспомнили меня. А ты уже дал мне куда больше. Прошу тебя, бери что хочешь. Простите, леди Нуйлан, мне пора. Ты бездна можешь. В этом сосуде часть меня. У себя под ногами вы обнаруживаете простую каменную урну. Странно, что до этого вы ее не замечали. Прошу, возьми. Так я смогу явиться к тебе, когда потребуется. Миледи, не знаю, как вас благодарить. До встречи, любезный мышь. Надеюсь, найдешь то, что ищешь. То есть нас на входе встречал призрак, а возможно даже ее. Сапога, сундучок тяжелый. Мы сможем его использовать, чтобы открыть дверь? Правда, остается вопрос, где третий стражник? Но, быть может, он, кстати, в том подвале, куда мы не спускались. Ура. Гигантский крик, сороки сотрясает зал, сбиваясь с ног. Сундук попадает у вас из рук и вдребезги разбивается плита. Ох уж это сорока. А второе где? Ладно, второе не требуется.
Так, стоп, мы уже у поверхности. Дальше можем сразу же взглянуть, что здесь у нас есть. Ау. Все-таки невнимательный из меня мышонок. Как-то не внушает мне эти расстояния оптимизма. К сожалению, найти третьего стражника так и не удалось. Ну и поскольку, подозреваю, нас за это по головке не погладят, нос мы с катаком высунем в следующий раз. А значит, на этом пока что все.